Я рад всех приветствовать. Мне приятно, что вы пришли на мой доклад. У меня сложная задача закрыть утреннюю секцию докладов перед обедом. Я постараюсь, чтобы это прошло интересно. Моя задача, чтобы по возможности каждый из вас что-нибудь полезное из этого доклада вынес. Но если даже это не получится, вы просто получили удовольствие. Итак, еще раз представлюсь. Меня зовут Максим Болотов. Я генеральный директор компании «Иностудия», город Таганрог. Кто-нибудь из присутствующих, что знает о Таганроге? Россия. Есть команда КВН. Замечательно. Еще что-нибудь? Браво! Браво! Я ждал этого момента долгое время. Наконец-то мне назвали имя самого знаменитого нашего земляка вместо Сергея Юрьевича Белякова из нашей Раши. Это браво. Да, и родина Раневская. Я потрясен. Зал знает такие имена. Не каждый зал способен ответить на этот непростой вопрос. При этом я хочу сказать, что действительно город Таганрог богат своими земляками. При этом это первый город в Российской империи, который был построен по генеральному плану, по проекту. Поэтому это непосредственно относится к нашей секции. Но также Таганрог еще знаменит тем, что в 1961 году, когда Гагарин полетел в космос, в Таганроге была создана первая отечественная микросхема, тем самым положив начало вообще микропроцессорной промышленности в СССР. Но это еще не все. Есть еще один интересный факт, о котором, я думаю, мало кто знает. Таганрог, по моему мнению, на настоящий момент является южной столицей российского IT-аутсорса. У нас всего 250 тысяч жителей. Если мы возьмем ОПЕК, вы знаете эту международную биржу, да, талантов и поиска работы. Если мы зайдем в ее статистику, мы увидим, что в Таганроге работает 654 независимых разработчика на этой бирже. При этом половина из них – это сотрудники различных компаний. Для примера, если мы возьмем город Новосибирск, я специально не поленился и залез и посмотрел, из Новосибирска зарегистрировано 1450 разработчиков на 1 600 000 жителей. Если мы так прикинем, то прямой подсчет покажет разницу в 2,5 раза по плотности людей, которые занимаются аутсорсом, народным аутсорсом, как я его называю. Но если мы учтем еще один немаловажный факт, что, скажем, в Новосибирске из тех, кто зарегистрировался, это, как правило, действительно независимые разработчики. Из этих 1450, 150 являются всего лишь сотрудниками компаний. То в Таганроге ситуация иная. Как я сказал, у нас половина разработчиков там именно сотрудники компании. То есть это фронтмены, которые являются привлекательным образом для потенциальных клиентов, на которого приходит американский заказчик в основном. А значит, что за этими людьми есть еще разработчики разного плана, есть еще менеджеры, есть еще QA-специалисты, которые иногда сложно очень продаются. А еще, если мы говорим о компаниях, то есть штат менеджмента, также есть сейлсы. Таким образом, у нас получается, что примерно тем или иным способом, по моим расчетам, каждый сотый житель нашего города занят в разработке ПО. А если учесть, что есть еще НИИ, занимаются IT-инфраструктурой, то примерно каждый 80-й житель занят в IT. Эта ситуация, на мой взгляд, особая, и разве что будет страница Санкт-Петербург. Ну, так исторически мы связаны. Это как? Я думаю, что это был смех поддержки. Но именно поэтому у нашего места вы видите Таганрог с высоты птичьего полета, вы видите генеральный план строительства, радиальную схему. Мы называем еще место как Брейнхорн. Почему есть Силиконовая долина, а нет мыса, где собраны лучшие интеллектуальные ресурсы страны? Однако перейдем к нашей истории. У нашей истории, как у любой большой истории, есть свое начало, красивое начало. Наше начало истории начинается в пивном баре, куда наш клиент Грег пошел с приятелем выпить пиво. Кстати, это его любимое пиво. Они выпили по первому, второму бокалу, поговорили про жизнь. Они выпили еще по бокалу, проговорили про прекрасных дам. Потом еще немножко выпили, начали говорить про работу. И друг пожаловался, что, ты знаешь, я вот занимаюсь тем, что мы создаем сайты для поддержки продаж в DirecTV. Это продажи по телевизору. Вы знаете, что это такое. У нас называется магазин на диване.
И самая большая проблема в том, что сайты мы делаем, но любое изменение в этих сайтах происходит примерно 3-4 недели по нашему запросу. Компании так их отрабатывают. Это была большая боль. Как бы ее вам представить более интереснее? Кто из вас делал ремонт? Отлично. Вы общались со строителями, да? На начальном этапе, получая обещания, и потом, какие сроки и бюджет это выливалось. Вот примерно такая же боль у обычного клиента, когда они приходят к разработчикам. Эта боль, по меркам стартапа, это хорошая возможность. И с этой возможностью, с этой идеей клиент пришел к нам и задает нам вопрос: а вы можете сделать такую штуку? Наш ответ, естественно, был «да». Хотя, наверное, правильным ответом был, наверное, немножко другой ответ. Давайте попробуем. Это вылилось в 3 версии продукта, 3 набора проблем и 3 уровня решений. Первая версия заключалась в том, что мы должны построить отзывчивый сервис поддержки телепродаж через быстрое развертывание интернет-магазина. Обеспечить рыночное превосходство. За счет чего? Что наш сайт будет создаваться за 48 часов, а реакция на изменения 24 часа. То есть несколько недель и 24 часа, в общем-то, виделось вполне реальным. Все классно. При этом мы понимали, что это эксперимент, это MVP. У нас был опыт стартапов. У нас в компании был свой стартап, с которым мы проехали, наверное, по всем финалам различных европейских акселераторов, набили там шишек, из орехов из этих шишек мы можем выложить дорожку до Луны и обратно. И поэтому мы примерно представляли, что нам надо делать, чтобы это было с минимальными усилиями, но с максимальной пользой. У нас появилась команда. Команда – эпизодический менеджер-аккаунт. Ну, он всегда был у нас с этим клиентом, который выслушивал его различные истории, общался с ним, поддерживал коммуникации. Ну, и это так называемые клапан для выпускания пара, когда возникают какие-то проблемы, которые не могут решиться нормальным образом. И один звездный разработчик, архитектор, техлид, замечательный парень, который на этом проекте делал все. Это все вылилось в 15 недель. Мы получили ядро продукта с чекаутом. Это было собрано на PHP. И хостился продукт на серверах клиента. Ну, выглядит довольно оптимистично. Все классно. Однако мы зафиксировали следующие грабли, которые у нас появились. Естественно, задачи поступают напрямую от клиента. Мы в этом бизнесе ничего не понимали. Абсолютно неизвестна для нас отрасль. У членов команды постоянно фонтанируют идеи. Проектировать практически невозможно. То, что казалось, работает вчера, сегодня уже не работает. И наоборот. Код запутывается. Была гипотеза, что, скорее всего, потому что мы действительно не представляем, что мы делаем, что у нас в конце получится. Хотя вроде бы и читали книжку Фредерика Брукса, которая говорит о том, что, ребята, прежде чем что-то делать, надо все-таки понять, что же вы именно делаете. Но мы же гибкие, мы же agile, мы все можем. Но после запуска MVP случилась ситуация, пошли деньги, появились первые клиенты. И как вы думаете, какой был следующий шаг? Правильно, вторая версия. Итак, мы закрепляем наше рыночное превосходство. Мы строим масштабируемый отзывчивый сервис поддержки телепродаж через быстрое развертывание интернет-магазина в 24 часа. Мы удаляем роль программистской системы. Обеспечиваем минимальный набор маркетинговых функций. Я чуть-чуть здесь подробнее остановлюсь, для чего это необходимо. Вообще продажи через телевизор, как я ее называю, это особый вид бизнеса. Это быстрый цикл продаж какого-то товара с повышенной стоимостью через информационный всплеск. И интернет-решения помогают этот товар увеличить продажи примерно на 20%, если бы этого канала не было. За счет быстрого поиска и механизма продаж. И для того, чтобы этими компаниями управлять, естественно, необходимы маркетинговые инструменты, которые позволяли бы измерять и управлять этими продажами. То есть такое получается уникальное нишевое решение. Все классно выглядит. Ура, у нас появилась команда разработки. У нас появился QA. И все тот же один звездный менеджер, архитектор, техлид.
Разработка у нас вылилась 24 недели. У нас появились основные фичи. Управление магазином через кабинет клиента, использование АБ-тестирования, обновление сайта продукта через веб-интерфейс, введение статистики, предоставление внутренней аналитики. Все классно. Что же у нас с точки зрения управления? Задачи по-прежнему поступают напрямую от клиента. У клиента постоянно появляются новые идеи. Практически по-прежнему невозможно проектировать что-либо. Да, мы можем что-то сделать, мы сделали правильно то, что мы понимали с первой версии, но у нас-то появляются новые фичи. Код по-прежнему запутывается. Мы по-прежнему верим в то, что это, скорее всего, из-за того, что мы не до конца понимаем, что мы делаем. У нас появились новые грабли. У нас появились клиенты. И суппорт этих клиентов у нас начал занимать до 95% времени. Других людей не было, занимались суппортом разработчики. Появились ночные смены. Как вы понимаете, это привело к постоянным авралам, неопределенности, стрессу, пессимизму. И при этом, здесь немножко отрезано, пальма стала вянуть. Вы можете задать вопрос, при чем тут пальма? Дело в том, когда мы увидели, что команде очень тяжело, мне в это время попала статья из Harvard Business Review о том, что по некоторым расчетам, если озеленить помещение, добавить растений, то атмосфера в компании меняется и растет производительность труда. Скажу честно, я в это не верил, но мы эту штуку проделали. Мы озеленили существенно наш офис. Могу сказать, что действительно команде стало легче. Им стало немножко лучше. При этом растениям стало немножко хуже. Однако, денег почему-то стало еще больше. Клиентов стало больше. И у нас появилась задача разработать третью версию. Так, чтобы мы обеспечили кратное увеличение рыночного превосходства. Построить отзывчивый, масштабируемый сервис поддержки телепродаж через быстрое развертывание интернет-магазина от 1 часа с адаптацией под мобильное устройство, расширение набора маркетинговых инструментов и ликвидация отложенного технического долга. Выглядит действительно очень красиво, и в этот момент мы почувствовали, что дело пахнет жареным. Либо мы вначале угробим команду, а потом угробим проект, либо, вполне возможно, мы угробим проект, а потом угробим команду. Мы начали анализировать, что же мы имеем. На тот момент мы имеем состав команды с американской стороны SEO, маркетологи, дизайнеры. Они продают, общаются с клиентами, ставят задачи. Вот клиент хочет, придумайте что-нибудь. И с нашей стороны команда, техлид, бэкэнд-разработчики, фронтэнд-разработчики, QA. Да, один, но очень хороший. Действительно очень хороший. Ему очень хотелось сделать этот проект. Мы начали думать, какие же мы, возможно, еще особенности проекта упустили. Продуктовая команда и команда разработки на разных континентах. Вроде бы очевидный факт. И дело тут не в расстоянии. Дело тут в ментальности. Если американец хочет что-то сделать, или клиент, менеджер говорит, я хочу такую штуку, американец будет что делать? Он просто будет делать. Когда нашему разработчику человеку приходит задача или просьба что-то сделать, мы начинаем думать, а что это, а зачем, а почему, а для чего это будет нужно, а как ним можно будет пользоваться. Не самые глупые вопросы на самом деле. Да. Потом, а зачем, а почему я это должен делать. Да? И тут выясняется, что разница во времени у нас 9 часов, а эти вопросы задать некому. Сложность? Безусловно. При этом проект постоянно живет, постоянно клиенты, постоянно что-то происходит, необходимо быстро реагировать на все изменения. При этом клиенты платформы, они очень большие затейники. Реально. Ребята, которые продают товары через телемагазины, это профи, безумные профи. Они продают все и вся. Если вы думаете, в нашей системе, выбрав какой-то товар, вы уйдете только с покупкой одного товара, я думаю, вы ошибаетесь. Поскольку, назвав чекаут, вам обязательно предложат сопутствующий товар только для вас скидкой. И вы, в общем-то, будете уверены в том, что вы не представляете до сих пор, как вы жили без него.
Но при этом логика этого предложения может быть вообще чумовой. Может быть, зависит от того, какой день недели, какого пола, где вы находитесь географически, какой у вас знак зодиака, сколько у вас друзей в Фейсбуке, какая фаза Луны, все что угодно. И как вы понимаете, в рамках платформы сделать общий инструмент, который позволял бы все это реализовать, довольно нетривиальная задача и очень интересная. И проект постоянно у нас находится в продакшене. Мы начали анализировать, какие шмахрали мы на текущий момент имеем. Да, код у нас запутывается, и, возможно, запутывается не потому, что мы не знаем, что мы делаем, но, возможно, мы еще не очень представляем, как мы это делаем. У нас поддержка пользователей и часто изменения кода в продакшене постоянно, до 3 релизов в день. Случалось так, что очередной релиз мог угробить сайты половины клиентов. А это грозило тем, что у нас срочный новый релиз по исправлению этой ситуации. У нас неравномерное поступление задач в течение дня. Можно полдня отдыхать, а потом 24 часа вджобывать. Две команды, два лагеря. Да, мы делаем классный продукт, мы это понимаем, все классно. Но как его делать? У нас разное представление на тот момент. И постоянно добавление новых фич, постоянно переработки, все срочно. По-прежнему у разработчиков есть желание покинуть проект. Тем более, как всегда, есть другие проекты. А в других компаниях обычно все слаще, лучше. Там, на далеком берегу всегда все классно. Мы захотели перезагрузить проект и стали думать, как. Мы хотели укрепить наш командный дух, расширить горизонт планирования с одного дня хотя бы до недели, упорядочить релизы, обеспечить постоянную скорость разработки новых фич и снизить количество переработок. Я думаю, у многих из вас возник вопрос, а почему у нас до сих пор нет менеджера, отдельно выделенного для всего этого безобразия? Кто-нибудь из вас на аутсорсе продавал когда-нибудь услуги менеджера? Да? Отлично. И вы знаете, с какими аргументами вы сталкиваетесь обычно? А? Мы сталкиваемся с такими аргументами. Ну, во-первых, мы, проводя первую версию, сказали, что мы agile, и у нас вроде все работало. С предложением вести менеджера в проект, ответ, ну, у нас же все работает, и так хорошо, хорошо, замечательно. Вот. Второй аргумент. Зачем нам менеджер? Я сам расскажу, как надо делать. Обязательно расскажу. Вот сейчас вот я продам, вернусь и расскажу. Это то же самое, как это сродни тому, как продавать QA в проекте на аутсорсе. Да? Продаете QA, вы говорите, для чего нужен QA? Вы отвечаете честно, да, тестировать систему, находить ошибки. Как? Вы мне продаете разработчика, профессионала, и он делает код с ошибками? Вы меня дурите. И так далее, так далее, так далее. Однако, это не значит, что мы не хотели этого сделать, и в итоге мы к этому пришли. В проект мы пытались вводить менеджера. Первого менеджера, проект серьезный. Мы выбрали серьезного кандидата, серьезного менеджера, опытного. Все классно, ввели в проект. Он попытался работать с входящими идеями, формализовать их. Через 2 месяца у нас менеджера не стало. Окей, мы пойдем немножко другим путем. Мы выбрали менеджера из коллектива наших менеджеров. Человека опытного, принципиального, в общем, проявившего себя не раз. Его хватило на 3 недели. И при этом это не значит, что менеджер плохой, нет. Просто, наверное, это не его проект. К тому же, уйдя из нашей компании, он организовал собственный бизнес, довольно успешный. Поэтому мы решили найти менеджера, который бы был, с одной стороны, гибок, целеустремлен, с другой стороны, мы захотели что-то поменять. Что мы поменяли? Мы научили менеджера одной важной задаче – говорить слово «нет» клиенту на его хотелки. При этом говорить слово «нет» так, чтобы каждый раз после слова «нет» звучало «когда мы это сделаем», чтобы была всегда определенность. Это потом мы узнали, что примерно тоже предлагает Карл Вигер в своей книге «Разработка требований к программному обеспечению». Он говорит, да, говорите не «нет», просто говорите «позже».
Да, это еще раз говорит о том, что книжки надо читать. И вы знаете, ситуация начала потихоньку меняться. Однако мы поняли, что необходим процесс. И мы выбрали в качестве серебряной пули скрам. Действительно, в принципе, классические 2 недели нас вполне устраивают для разработки. Все классно. Да, появится время для всех необходимых вещей, для тестирования. Все будет порядок. Это мы так думали. Однако скрам скрамом, наш проект подразумевал активную разработку и непрерывное поступление новых клиентов. Нам необходимы были частые релизы, при этом времени на демо у нас вообще нет. У нас приходит заявка, это должно быть выкачано в продакшн через несколько дней. И слишком большая команда. Команда насчитывала порядка 15-18 человек. Однако мы начали использовать Elementor. Мы ввели дейлики. Это позволило всей команде понимать все-таки, что мы делаем все вместе. И чувствовать друг друга. Мы запустили покер-планирование. Это позволило научиться команде одними мерками мерить все задачи. Выяснение требований с клиентом мы вывели в отдельный подпроект. Мы запустили 2-недельные скрипты один раз. И потом появилось время на тестирование. В итоге у нас это вылилось, что релизы мы стали делать после нашей модификации раз в неделю. При этом мы придумали, мы сами думали, что мы придумали, на самом деле это было известно, промежуточные релизы 2 раза в неделю. При этом расстановка приоритетов по релизам и приоритеты в течение 2 дней меняться не могут, но только в течение 2 дней. И поддержка вынесена была в отдельный проект. Почему был выбран такой срок? Дело в том, что цикл продаж в телемагазинах тоже 1 неделя, они проходят по воскресеньям. В результате мы получили вместо хаоса стабильные процессы, вместо гей-гей все-таки планирование, user story, сплоченность, интересную работу. И люди уже не хотели уйти с проекта, а люди хотели прийти на проект. Поскольку у нас получилось сделать интересную работу за счет использования всех на тот момент технологических решений, которые были интересны. Начиная со 2-й версии, мы все решение перевели на Windows Azure. Это был первый наш продукт с помощью Windows Edge. Причем мы так интенсивно за него взялись, что, засыпав вопросами Microsoft, почему у вас не работает, нас включили в группу Windows Azure Advisor, где мы могли эти вопросы задавать напрямую разработчикам, и все баги фиксились. Поэтому у нас есть внутреннее убеждение, что, возможно, мы тем самым помогли сделать Windows Azure очень хорошим продуктом. Ну и в итоге пальма зацвела. Именно там, где работала команда Mojo. Какие же у нас достижения проекта? На настоящий момент это платформа номер 1 в области поддержки DirecTV продаж на рынке США. Крутится более 800 активных продуктов, более 100 клиентов агентств, более 100 интеграций с внешними сервисами, более 2 миллионов заказов. Оборот платформы за время существования составил, а это более 6 лет, 200 миллионов долларов, причем значительная часть пришлась на последние 2 года. Эта платформа скушала практически всех конкурентов на рынке. Каких-то купила, какие-то сами ушли. И на настоящий момент есть еще один конкурент. Ну, конкуренция — это всегда хорошо, это позволяет не расслабляться, двигаться вперед. Насчет эффективности, можно сказать, есть же какие-то другие решения, там Magento, Shopify, да, все есть, да? Наша платформа заточена на то, что за час вы можете собрать самостоятельно магазин и включить все возможные средства оплаты, которые есть в США, вот таким вот образом. И при этом маркетологи получают инструмент продажи и управления продажами, который не надо дополнительно что-то прикладывать или внедрять. Был такой кейс. Один из клиентов, который пришел в Mojo, у него до этого была команда разработчиков, которые на Magento пилили продукты, сайты, которые помогали продавать, с теми инструментами, которые Magento обладает. У него было 4 разработчика. Они фулл-тайм этим занимались. Перейдя на Mojo, у него порядка 100 продуктов было, этим стало заниматься меньше, чем 1 разработчик по времени. Тем самым он сэкономил себе стоимость 3 разработчиков. Почему 3, а не 4? Потому что стоимость Mojo тоже что-то представляет. Какие же достижения команды? В настоящий момент это стабильная работа развития проекта, обеспечивается командой в 6 человек. Дежурные команды поддержки стали не нужны. Повысилось качество. За счет чего? За счет того, что мы по-прежнему оставили на поддержку разработчиков, которые делают фичи. Почему так?
В качестве эксперимента у нас выявилось, что ребята, которые пишут код, зная, что им же придется его поддерживать, почему-то это делают лучше. Ну, как-то вот так получилось, да? За счет этого постепенно выровнялось качество. Переработки практически отсутствуют. Есть возможность рефакторинга и выплаты технического долга. Добавляются новые фичи. И команда, ну, в итоге перешла на комбайн-стайл процесс. Ну, это, наверное, уже совсем другая история. Какой мы приобрели опыт? Не надо изобретать велосипед. Надо читать, как я сказал, книжки, ходить на профильные конференции, приезжать на Кодфест. Бесконечная гибкость – это не является залогом успеха проекта. Все, чему нас научил этот проект в области гибких методологий, это грамотно и вовремя расставить границы. Это существенно уменьшает вероятность провала. Процессы нужно организовывать, ими надо управлять. Наш проект, на мой взгляд, иллюстрирует то, о чем говорит Agile Manifest. Да, люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Наш проект это доказал. Потому что мы работали долгое время без отсутствия процессов. Но при этом отсутствие процессов не позволяет сделать продукт номер один. И поэтому на них также необходимо обращать тщательно внимание. Ну и мое крайнее убеждение – лень – это двигатель прогресса. Очень многие вещи в нашем проекте появились только потому, что команде поддержки было утомительно делать одни и те же вещи руками. И появлялись средства, которые делали все это автоматически. И немножко о самой платформе. У нее есть имя – Mojo. Она в три действия, три этапа позволяет быстро создать интернет-магазин. Продает замечательные товары. Замечательное покрывало для ребенка. Всего за $29.99 вы можете купить живого друга в кровать ребенку. Он расстегивается на молнии, ребенок туда забирается, и животное оживает. Всего за $29.99. А за $19.95 вы можете купить тренажер, чтобы привести себя в идеальную форму. Стоит только купить этот тренажер. Если вы хотите добавить блеска своим волосам, за $10 вы потрясающая коллекция звезд. А если вдруг вам скучно, то есть замечательная вещь, прыщики, которую вы можете наклеить на свое лицо и выдавить в компании. Да, и такая дичь, и она продается. Ну и вишенка на торте. Хотите себе завести друга, купите Трампи Беа, и он скрасит ваши дни. У меня все. Надеюсь, есть вопросы. Максим, поскольку спасибо. Это было скучно. Да. Спасибо большое, Максим. Очень интересная была история. Я так поняла, что на протяжении всей работы над проектом в вашей команде не было QA-специалистов, то есть тестирование проводилось только силами самих разработчиков. На второй и третьей версии был QA-специалист, и дальше мы эту команду расширяли. И сейчас до сих пор у вас это активно... Сейчас у нас задействован QA-специалист. Отлично, спасибо большое. Спасибо за доклад. А вот скажите, как бы, да, платформа, да, большая. QA настолько реально крут, что весь объем тестирования смог переварить сам? И прям все-все-все? Или вы там естественно, логистикой не занимаетесь? Естественно, он не все находил, однако в тех условиях, которые мы были поставлены, в тех границах финансовых, это было оправдано. И это позволило сделать продукт. Если мы говорим о том, что у нас есть там, бесконечный бюджет, да, бесконечное там, время, то ситуацию, наверное, можно было бы как-то изменить. Однако это было не так. Поскольку формирование команды, в ней участвовал также и клиент. Он принимал активное участие. Однако это получилось сделать. Но и за счет механизма, как я говорил, того, что поддержка осуществлялась с разработчиками, это позволило повысить качество кода. Да. Спасибо за доклад. У нас такой цикл вопросов про QA. Отлично. Я тоже дополню.
Скажите, а автотестов у вас не было? То есть он вручную, вот человек постоянно тестировал. Естественно, он будет пропускать как бы автотесты, нет. То есть у вас достаточно много разработчиков было, там хотя бы какие-то юнит-тесты. Юнит-тесты. Еще что-то там. Смотрите, там была небольшая автоматизация, но основное тестирование ложилось на тестирование новых фич, которых до этого не было. Вот. Они протестировались и ушли в продакшн. К ним уже больше не возвращается. Все. Поэтому там вопрос автоматизации, когда она просто новая появилась, один раз оттестировалась и ушла в продакт. Там в следующий раз мы к этому уже не возвращаемся. Так это не работает, то есть когда ты что-то пишешь, код, да, он постоянно меняется. То есть опять же у вас там рефакторинг процесс был запущен, какие-то техдолги отдавали, да? Когда эти техдолг, у вас меняется код, соответственно, у вас вообще в любом месте может посыпаться. Может посыпаться. Я так понимаю, и сыпалось. То теми ресурсами, которые мы обладали, мы решали поставленную задачу. Максим, здравствуйте, да. Черных Мария. У меня есть несколько вопросов к вам. Давай, первый – это по поводу планирования времени. Вы говорите, что у вас команда занимается и разработкой новых фич, и сопровождением продукта. Да. Сопровождение планировать очень тяжело. Ну, по личному опыту просто у нас это сложно. Сколько процентов времени вы закладываете на саппорт при планировании работы? У нас есть такая замечательная Kanban-стайл-доска, типа чуть-чуть скрама, чуть-чуть канбана. У нас поступают тикеты на разработку и на поддержку. Там есть приоритеты. Если критический приоритет связан с тем, чтобы необходимо устранить какой-то недостаток, вот так вот, он имеет решающее значение, команда занимается этим. В противном случае занимается разработкой. И вот по стадиям она проходит. Каждое утро проходит дейлик, задачи разгребаются, естественным образом это происходит. Поэтому здесь мы не вылазим практически никогда за 40 часов в неделю для разработчиков, которым мы там заняты. Клиент, самое главное, это принял. Когда я говорю, что лень – двигатель прогресса, у нас получилось научить наших партнеров на американской стороне какие-то вещи по суппорту уже делать самим через систему. Грамотно ставить задачи, не просто что-нибудь сделать, а уже уточнять, что, зная, что мы это можем сделать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень сильно помогает. При этом мы постоянно направляем одного из наших специалистов с одинаковой регулярностью на американскую сторону для того, чтобы пообщаться, наладить коммуникации и так далее. Потому что по моему убеждению, что залог любого успешного проекта – это коммуникации и отношения в команде. Ну, ответил на ваш вопрос? Да, на этот вопрос спасибо. Отлично. Но вот, если можно, еще маленький в продолжение. Вы можете спрогнозировать объем запросов по дефектам, скажем так, по исправлениям? Мы не можем Просто вы говорите, что у вас была первая версия, там определенный объем проблем, вторая, третья, все круто, мы молодцы, супер, выпустили. Можем ли мы сказать, что мы сейчас выпускаем там 3.1, и мы представляем приблизительно, что у нас был рефакторинг, и объем... возможно, возрастет запросов на поддержку. Вы знаете, когда происходит продажа товара, это всегда непредсказуемый процесс. И сколько пользователей зайдет на конкретный сайт, который может уложить систему, я, например, не знаю. В пике могут доходить сотни тысяч. И тогда мы решаем проблему по мере их поступления. Случился факт, мы его отрабатываем. Спасибо. Какие-то большое. Расчеты мы не можем сейчас определить, поскольку это непредсказуемо. Мы не можем предсказать, какой алгоритм продажи придумает снова наш клиент и сколько это потребуется времени. Абсолютно. Ну и последний вопрос. Вы говорили, что после перехода на Agile вы выстроили свои внутренние процессы. Вопрос следующий. Процессы, вот вы выстроили все, они остались, или вы их корректируете по ходу, дорабатываете? Ну, как вы увидели, во-первых, мы скорректировали, во-вторых, я хочу уточнить, что когда мы работали, мы думали, что мы agile. Вот это существенный момент. Мы думали, что мы такие agile, и не совсем, наверное, в полной мере отдавая отчет, что это такое. Но опыт набирался, мы понимали, что и как это делается, и это приводило нас к успеху. Теперь мы делаем это лучше. И моя задача так, чтобы наш опыт все-таки был еще чем-то еще. Потому что набивать шишки, конечно, это классное занятие, но лучше и быстрее воспользоваться чужим опытом. Спасибо за доклад. Мне, в общем-то, интересно, а кто был тот человек, который следил за проектом, до этого менеджера не было, который смотрел, что есть такие-то ошибки, и который, собственно, решил, что нужен agile? Менеджер. Отлично. Еще раз повторю, у нас есть... Была команда? На тот момент времени все отдано было на откуп звездному
разработчику, техлиду, менеджеру. Он потом вырос у нас до технического директора. Сейчас у нас технологический лидер компании. И несмотря на приглашение в Microsoft, он все равно остался у нас работать. Здравствуйте, да. Максим. Меня зовут Сергей, все майки, да. Спасибо за доклад. А чё в NeedMoInfo так много всего? Наша задача передать эту историю дальше нашим партнерам на американской стороне, и мы потом раз в неделю ее очищаем для того, когда что отработано в интерактиве. Кстати сказать, интересный факт. Вот этот артефакт, который у нас есть в виде доски, мы померили. Мы использовали раньше автоматизированную штуку. Ну, вроде же мы программисты все там. Подцепляли на мониторе тикеты, все будет классно. Но у нас эффективность мы померили, примерно на 5% выросла за счет этого. Вот как-то это душевнее происходит, когда люди собираются у доски, тикеты берут, перевешивают, ну что-то появляется новое. То есть появилось какое-то новое качество в работе команды, которое до этой доски не было. Вот это интересный факт. Я потом начал его осмысливать и узнал, например, что одна из больших самых проблем современного дистанционного образования в том, что когда люди собираются в одной аудитории учебной, у них появляется нечто новое качество, которое позволяет им лучше усваивать материалы и генерировать общие идеи. При работе за компьютером, например, этого не происходит, поэтому те, кто занимается дистанционным образованием, сейчас ломают голову, как этот факт тоже автоматизировать или перевести. Да? Не разобрались. Хорошо. Я тогда готов. Вот. А, еще есть вопрос. Хорошо. Давайте последний вопрос, и тогда в экспертную зону. Здравствуйте, спасибо за доклад. У нас похожая история с потоком идей от клиентов. Угу. И все-таки, что основным фактором повлияло? Это менеджер, да? Который... Можно вот эту историю побольше раскрыть? Именно менеджер, да, определяет, какие фичи, именно он определил успех. Во многом мы изменили немножко подход, да, то есть это уже такая не гибкость, а гибкость по правилам. Мы эти правила проговорили с клиентом, мы четко менеджера сориентировали, что бы ни происходило. Вот есть такие правила, мы оговорили, что это нас приведет к успеху, и от них отходить не будем, даже если это ASAP. Это очень непросто. Когда приходит к вам клиент, а потом из команды поддержки говорят, ребята, это ну, срочно надо сделать, мы это уже продали нашему клиенту, он это ждет. Поскольку мы все в одной команде, ребята, это очень надо, потому что за это будут платить деньги. Вы что? Это крайняя необходимость. И приходилось делать над собой волевое усилие и точно уточнять, если действительно надо, нет, и указываем точно, когда это будет. И когда мы говорили о том, что мы вынесли все вот эти идеи и хотелки в отдельный проект, мы стали эти идеи прежде всего прорабатывать, прежде чем они помещались в бэклог. То есть мы доводили его до уровня, когда не просто какая-то идея, а конкретное действие для ее реализации занесли в бэклог. Вот такой вот момент. Но это, я с вами соглашусь, что во многом сыграло и личность менеджера, и то, что мы изменили немножко подход.